Дальше. Аллахумма. Объясняет Шейх Усамин. Не раз уже объяснял до этого. Что такое Аллахумма? Аллахумма это я Аллах. Я Аллах. Это значит, какой будет и'раб этого? Говорим Аллах мунада. Слово Аллах здесь мунада. То есть это слово обращение. Мабни аля дамм. Оно неизменное. Неизменность построена на чем? На дамме. На дамме. Би махалли. Насаб. Но в положении насаба, потому что это обращение. Потому что это обращение. Но харфун нида, то есть частица обращения, она махзуф, удалена. Я Аллах, нету я, удалена я. Вместо него, что поставлено мим в конце. Ухера харфун нида, отложено, поставлено в конец частица обращения. Вместо я она становится мим. Почему в конце, а не в начале? Сказано, таямунан биль бадаа. Бисмилля. Чтобы для бараки, для благодати, начинание с чего? С имени Аллах Субхану Тааля. Что ты не начинаешь со слова «Я», «Я Аллах», начинаешь именно со слова Аллах Субхану Тааля, для таемум, для бараки, для благодати. Она отложена, это «Я», частица обращения, наконец, а потом заменена, чем заменена? Буквой «Мим». Аллахумма. Почему буквой «Мим»? Потому что «Мим», как вы знаете, оно всегда в арабском языке указывает на множественность. Да, на множественность или на собрание, на джама. Поэтому «джума», собрание «джума», собираются мусульмане, правильно? «Джама», «джама». Вот «Мим», она указывает на собрание, на объединение. Аллахумма. Ты говоришь вот эту букву «мим» вместо «я Аллах», говоришь «Аллахумма». То есть как бы человек свое сердце собирает, концентрирует на обращении к Аллаху Субханаху Тааля. Сосредотачивает на обращении, собирает свое сердце воедино, обращая его к Аллаху Субханаху Тааля. Понятно или нет? Понятно? Шейх Усамин говорит, это не значит «я Аллах». «Уммана биль хайр», то есть «у Аллах, охвати нас благом», как некоторые думают. Это, как некоторые передают, они от этого происходят. Дальше. Некоторые говорят «Я Аллахумма», то есть объединяют. И «Я» говорят, еще «Мим» в конце говорят. Это сейчас, то есть это отклонение, говорит Шейх Усамин. Почему? Потому что здесь собираются вместе и «Ивад», и «Аль-Муавад». То есть и то, чем заменяется, и то, что заменено вместе. Понятно или нет? Это нельзя. Это может быть только в стихах, как говорит Ибн Малик. «Ва-шазда я Аллахумма». Фи-карит, говорит он, есть такая форма, отклонившаяся от нормы, бывает в стихах. Я Аллахумма, говорит он.